За звание лучшего борются игроки из Уссурийска, Владивостока, Хабаровска, Лесозаводска, Артема и Арсеньева. Разница в возрасте между соперниками достигает 50 лет. Большинство теннисистов полюбили этот спорт еще в детстве и до сих пор не выпускают ракетку из рук. Просто физика и внимание развивает. Очень прикольный вид спорта. От города Артема всего один участник – Георгий Черепанов. В свои 15 уже чемпион Приморского края и призер Дальнего Востока. Спортсмен надеялся на хорошие результаты, но в этот раз силы подвели. Отыграл сначала под группой, выложился по полной, а сейчас просто не хватило сил. Я одну партию выиграл с Арсеньевым, а остальные проиграл. По итогам всех встреч определилась четверка сильнейших спортсменов. Борьба за выход в финал развернулась на двух столах. Один из них делили уссурийцы. Александр Крапивницкий достойно отражал удары соперника. Но фортуна улыбнулась мастеру спорта Михаилу Бутылеву. За соседним столом владивостокцы Дмитрий Алмазов и Дмитрий Кирьянов. Оба полуфиналисты. Участники уже соперничали один на один и хорошо изучили манеру игры друг друга. Мне с ним достаточно удобно играть, он мне подходит под мою игру. Вот, так что, в принципе, сыграл хорошо, выиграл 3-0. Вот, на финал буду настраиваться, в финале мастер спорта. Один из двух вот сейчас будет. То есть в финале будет достаточно тяжело. Встреча Бутылев-Алмазов стала самой зрелищной на турнире. Для уссурийца она особенно важна. Нужно отстоять честь родного города. И спортсмену это удалось. В ходе активной борьбы со счетом 3-0 победил Михаил Бутылев. После длительного перерыва, 3 месяца, практически не было соревнований. Поэтому как бы повезло еще по посеву. Не подпал, например, на Михаила Рослова. У нас с ним все время 50 на 50. Поэтому повезло по сетке. И как бы довольно-таки легко все прошло. Хотя есть волнение, потому что первый старт сезона. Третьим в турнирной таблице стал участник из Арсеньева Денис Шеметов. Следующий турнир пройдет тоже на территории Уссурийска в аграрном техникуме. 5 октября в зале соберутся спортсмены от 50 и старше. Екатерина Рехтина, Анна Клыга и Игорь Антонов. Телемикс.